даже сейчас, пока мы находились, человек 100 так нам подошло. Только вот здесь вот даже не понимаю, что тут всего лишь момент этот теплоход существует, стоит. Потом, конечно, когда будет насыщенность, может быть какие-то какое-то количество пассажиров потока уменьшится. Хотя не просто, я считаю, что это не вариант однозначно для пассажиров. Вот тут и надо нам с Минтрансом решить вопрос количества. Вот знаете, вот если мы просчитываем 4 рейса в неделю, маленькое количество. Да, да. У нас количество, себестоимость билета очень высокая. Но как только мы увеличим в 2 раза, она также в 2 раза и падает. То есть то, что надо, вот мы и хотим понять. Давай. В золотой середине то, что нам непосредственно тот объем, который требуется. Потому что мы приходим к выводу, чем меньше рейсов, тем больше затрат. Но чем больше рейсов, чем больше мы пассажиров перевезем, тем непосредственно затратная часть уменьшается. И работаем в рамках тех... Прямая зависимость. Да, прямая абсолютно зависимость. Но в этом плане она очень сильно как бы влияет на сумму. То есть одно дело работа, это сумма. Давайте вот договоримся. Или мы осуществляем услугу по полной стоимости билета. Мы предложим расчет полной стоимости билета тратить с учетом клиента, с учетом других ваших клиентов, с учетом всех ваших. Отразить, допустим, 750 рублей или если это будет 700 рублей стоит, то вы видите, то... Понимаете, вы отразите, если мы понимаем, мы делаем